Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Выглядеть моложе хочется всем женщинам. Прежде всего, необходимо отказаться от одежды, которая старит, не идет, портит первое впечатление. Немаловажно выбирать и актуальный крой, расцветки и фасоны. В этом возрасте уже нельзя экспериментировать с длиной изделий. Самая короткая юбка или платье должны быть чуть выше колена. Они идеально сочетаются с блузами и рубашками простого фасона без оборок и рюшей. В моде белый, бежевый, горчичный и серый. Светлые оттенки хорошо освежают цвет лица. Вещи лучше всего выбирать из льна, хлопка или джинсовых материалов. Эти материалы приятны к телу и очень долго служат в носке. Женщинам на теплое время года я рекомендую выбирать сандалии-босоножки на устойчивом каблуке. Каблучок даже в 3-4 см может значительно украсить образ. А вот кроссовки и кеды светлых цветов с легкостью можно надевать на прогулку или поход по магазинам. Даже в этом возрасте женщины могут выглядеть стильными и модными. Многие дизайнеры создают множество современных образов для зрелых красоток. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!